Всем привет, друзья, с вами Пейн, и прямо сейчас мы вместе с вами поиграем в симулятор бабы. Что ж, заценим симулятор бабы и узнаем заодно, чем занимаются наши девушки любимые, а то непонятно же порой бывает, что они делают. Чем они вообще могут заниматься? Давайте узнаем. Короче, начинаем, значит. Ага, мы баба, отлично. Я могу снять платье, полотенце? Я бы целый день смотрел в зеркало на свои сиськи, но ладно, хорошо. Мы берем мочалку и крем. Хорошо. Что делаем? Ага. Мы берем и намазываем зеленый крем себе на лицо. Отлично, отлично. Был бы я баба, я бы так и делал. О, и потом смыл. Ага. Потом берем желтый крем. Ага. И, значит, зубной щеткой намазываем его тоже. Отлично, блин. Слушайте, я уже хочу быть бабой. Хоть разочек-то. Попробовать, интересно же. Потом берем пинцет. И смотрим на себя очень пристально. Прям фокусируемся. Я правильно... Да, отлично. Выщипываем все брови. Хорошо. Ну ладно, хорошо. Ладно. Надо же быть красивой. Хорошо. Потом берем... Что это? Я не вижу, это слишком мелко. Оу! Потом берем кисточкой, намазываем на себя какое-то дерьмо. Берем киви. Что? Зачем, господи? Боже мой. Ладно, окей. Потом берем стеклорез. И рисуем себе, значит, синяки. Я не знаю, что это. Потом берем вату и... Стираем? Зачем? Господи, ладно. А дальше что делать? Парик. Воу, парик, точно, блин. Теперь мы знаем, что они в париках все. У меня огромная морда, непропорциональная, как у Шрека. И уши торчат. Да мне нужны волосы, которые закрывают уши, а их нет. Во! Ну одно ухо, нет, я хочу оба своих страшных, сраных уха закрыть. Да, ну давайте вот такое. Прическа то, что нужно, хорошо. Одежда. О, одежда, которая будет... Будет... Вот в этой я похожа на старуху. То есть, в этой одежде я похожа на старуху. Она меня старит, старит. Зеленые глаза. Я не хочу зеленые. Вот черная пойдет. Да хотя все дерьмо выглядит, поэтому ладно. О, ура, макияж! Все тип-топ. Че красится? Чем? Зачем? Ладно, вот такой макияж. Отлично, отлично. Окей. Серьги. Ого. Вот это супер. Отлично. Обожаю серьги. Берем кулон. Ага, ага. Какое же уродливое дерьмо. Ладно, хорошо. Какие-то яйца осьминогов. Ладно. О, румяны! Зеленые! Они желтые. Но здесь не зеленые. Зеленые румяны, да. Чё нет? Меня же покусали собаки. Окей. О, глаза, отлично, я хочу. Я хочу. Господи. А есть нормальный цвет? Вот эти синие глаза. Я выгляжу как шлюха какая-то. Ну ладно. А, это линзы, это линзы. Это не глаза, господи. Прости меня, это же линзы. Окей. А, подводим себе, значит, ресницы. Отлично, их все равно не видно, поэтому под, как бы насрать. И карандаш, ого. Да, да, это то, чем стоит заниматься, правда? Да. Ни хрена не влияет ни на что, ну ладно. Да! Отлично! Быть бабой отлично, чё, всё? На этом уровне всё, хорошо. Не, ну, вы посмотрите только, это же просто великолепно. На это стоит тратить целый день? Стоит, окей. Ага, Breaking News. Мне поставили один из трех?
Какого черта? Вы посмотрите на это прекрасное создание. Она же велика... То есть я же великолепна. Какого черта? И щеки у меня не жирные. Я же зеленый... Зелеными пятнами их закрасил, и теперь я сексуальная. Какого черта? Свиньи, сами вы некрасивые. Уроды. Ну ладно, друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на канал, оставить комментарий и поставить лайк. Лайки очень помогают и мотивируют, так что скорее ставьте их, а я желаю вам удачи, всего хорошего и пока, друзья!